Привет! Подборка для хозяюшек и хозяев готова. Сейчас я вам покажу кучу очень нужных и полезных устройств для кухни, которые облегчат вам готовку, выпечку и очень понравятся многим хозяюшкам на кухне. Также я сравню цены на эти товары, и вы узнаете, где выгоднее покупать каждый из этих устройств – у нас в магазине или на AliExpress. Все ссылки на товары из видео будут в описании ниже, переходите и смотрите. И для внимательных подписчиков канала в конце ролика будет конкурс. Ставьте лайк и начинаем! Приятного просмотра! Силиконовая кисточка с дозатором для масла. Приготовить кисточку, налить масло в отдельную емкость, долить, когда оно закончилось, помыть все эти штуки. Такое количество действий может остановить даже самого страстного кулинара, а очередной вкусный шедевр останется только в воображении. Этот гаджет сможет упростить вашу жизнь, ведь масло заливается прямо в дозатор и с помощью легкого нажатия оказывается на кисточке. С помощью термостойкой силиконовой кисточки с дозатором вы сможете аккуратно смазывать маслом сковородки или противни. Кисть удобно использовать для смазывания и глазирования выпечки, а также ею удобно наносить соусы, маринады и многое другое. Силиконовый дуршлаг-корзина. Промыть овощи и фрукты, крупы, рис и макаронные изделия вы сможете с помощью этого замечательного яркого дуршлага. Он заменит как обычный дуршлаг, так и многие кухонные приспособления. Дуршлаг изготовлен из высококачественного пищевого силикона, который легко сжимается в руке. Благодаря этому его легко сложить или свернуть в компактную форму, и при хранении он занимает минимум места. Это же свойство позволяет прибегать к его помощи при отвинчивании тугих крышек банок с консервацией. Просто оберните ее вокруг крышки и с легким движением руки откройте банку. Кроме того, высококачественный силикон обладает отличными термостойкими свойствами и выдерживает температуру от минус 40 до плюс 230 градусов. Например, вы можете накрыть им тарелку с рагу и поставить ее в микроволновку разогреваться. Очень удобно. Ролик для теста. Плюс 100 к карме и к ощущению себя прекрасной хозяйкой добавит этот ролик, благодаря которому ваша выпечка приобретет идеальное оформление. Слойки, пироги и другие ваши кулинарные произведения отныне будут выглядеть так же привлекательно, как и в пекарнях. Одно движение и красивая сеточка из теста готова. Достаточно просто раскатать тесто и прокатить по нему валик, чтобы получить красивую ажурную сеточку. Термостойкий коврик для выпечки с разметкой. Удобный многофункциональный силиконовый коврик, который одинаково хорошо подходит как для раскатки теста, так и для выпечки. С помощью разметки вы придадите коржам идеальную форму. Есть круги разного диаметра, а также линейки в сантиметрах и дюймах. Во время процесса раскатки тесто не липнет и не рвется, благодаря нескользящему покрытию. Подходит даже для выпекания в духовке. Антипригарный коврик кладется на поддон, а сверху на него выкладывается выпечка. Благодаря низкой теплопроводимости силикона снижается подгорание изделий, что позволяет полностью исключить применение масла для смазывания поддонов, а также обеспечивается более равномерное пропекание выпечки. Также силиконовый коврик можно использовать для заморозки полуфабрикатов или теста. Сразу после применения силикона коврик просто надо промыть водой. Размеры коврика 60 на 40 см. Материал силикон. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 250 градусов. Универсальная скатерть-пленка для стеклянных, глянцевых и ламинированных столов. Это отличная защита стола от царапин, грязи и сколов. Универсальная скатерть-пленка плотно прилегает к столу, не скользит и надежно его защищает. Гибкое стекло на стол очень практично и не требует за собой специального ухода. С такой скатерти-пленки легко удаляется грязь и крошки. Пленка абсолютно бесшумна, не будет слышно ни шуршания, ни шелеста и никаких других звуков от прикосновений. Защитная пленка-скатерть может использоваться как самостоятельно, так и как поверхность другой тканевой скатерти или покрытия. Такая пленка – это практичность, долговечность, универсальность и декоративность. Электрический кондитерский шприц.
Простой способ украсить торт, пирожное, кекс – это воспользоваться кондитерским шприцом. С помощью такого шприца вы сможете наполнить сладкой начинкой пончики, кексы, рогалики или другие ваши блюда. Пользоваться таким шприцом не очень сложно. Как только вы к нему приноровитесь, то почувствуете себя опытным художником и сможете превращать свои кондитерские изделия в шедевры кулинарии. Благодаря эргономичному дизайну шприц идеально сидит в руке. В кондитерский набор входит 6 различных насадок. Это у нас круглая насадка, которой удобно выводить линии. Насадка-звездочка для того, чтобы создавать из глазури границы. Насадка-корзина, насадка-ленточка и насадка-листок для декорации торта с съедобными листьями. Работает такой шприц от двух батареек типа 2А. Силиконовый коврик-пирамидка. Как запекать в духовке, чтобы при этом продукты не подгорали? Думаете, невозможно? До сегодняшнего момента так и было. Теперь вам поможет силиконовый коврик для выпечки, который изготовлен из высококачественного и жаростойкого пищевого силикона, который выдерживает температуру до 220 градусов Цельсия. Положите коврик-пирамидку на противень, а на саму пирамидку – заготовки для запекания и в духовку. Включите таймер и все. Теперь больше не надо постоянно бегать и смотреть, подгорело или нет, все приготовится идеально. Выступы пирамидальной формы позволяют свободно циркулировать воздуху под приготавливаемой пищей. Все лишнее масло и жир стекает вниз, а если вдруг лишний сыр стечет вниз, то теперь никаких проблем, сыр не пригорит, достаточно после приготовления снять его с коврика и все. Он легко моется, так как пищевой силикон, можно сказать, отталкивает молекулы жира. Также этот коврик можно использовать как подложку для горячей кастрюли, сковороды и многого другого. Коврик-пирамидка позволит запекать мясо с аппетитной корочкой со всех сторон. Вы только представьте, изделия из теста не будут пригорать. Формы для варки яиц без скорлупы являются уникальными помощниками хорошей хозяюшки на кухне. Благодаря данному прибору можно смело экспериментировать и радовать себя, любимых и близких людей. Можно изготовлять не только сваренные вкрутую яйца, но и делать оригинальные омлеты и заливные яйца. Простое блюдо, как сваренные яйца, будет не только более интересным, но и легким. Вы подумаете, а что трудного в том, чтобы сварить яйцо? А вот и ответ вам. Мало кому утром, чтобы полезно позавтракать, хватит времени для того, чтобы ждать 10 минут, пока сварятся яйца, а потом еще и ждать, пока они остынут. Поэтому такие формочки помогут вам сократить время. Для приготовления достаточно опустить в кипящую воду контейнер и подождать пару минут. Затем аккуратно достать сваренные яйца, и форма их останется стандартной. Набор состоит из 6 аккуратных формочек, к которым добавлена специальная ложка, с помощью которой без хлопот можно отделить белок от желтка. Набор для приготовления канапе. Быстро накрыть стол, приготовить разнообразные закуски, украсить разнообразными фигурками бутерброды, красиво нарезанные фрукты. В этом вам поможет чудо-набор с AliExpress. Принцип работы интересного устройства очень простой. Вам стоит только нажать на форму насадку, и вы получаете звездочки, солнышки, сердечки, кружочки, бабочки и цветочки. Крутой набор для канапе состоит из 6 разнообразных форм насадок, из экопластика, удобной ручки, а также шпажек, используемых в декоративных целях. С таким набором легко устраивать праздник для домашних каждый день. Украшайте свою жизнь самыми нужными и необычными вещами, а найти их вы легко сможете на сайте AliExpress. Датчик обнаружения угарного газа должен быть на каждой кухне. Этот гаджет – это специальная сигнализация, которая известит вас об опасности отравления угарным газом. Датчик обнаружения угарного газа не требует подключения к электросети и быстро оповещает вас об опасности отравления. Сигнализатор утечки газа крепится к любой ровной поверхности и не требует подключения к электросети, так как он работает от 3 обычных батареек и оповещает звуковым сигналом об их низком заряде. Преимущество такой штуки в том, что гаджет оборудован экраном, на котором отображается концентрация угарного газа в воздухе, а также имеет высокий уровень чувствительности. Он оснащен громкой звуковой сиреной в 85 дБ мощности. А это у нас цифровой термометр, который станет отличным помощником молодой хозяйки на кухне в приготовлении различных блюд. Он является портативным и работает от 4 батареек. Термометр оснащен жидкокристаллическим дисплеем с голубой подсветкой и с несколькими кнопками для удобного использования. В
комплекте идет щуп для проверки готовности вашего мяса или другого блюда. Пользоваться им довольно просто. Достаточно вставить щуп в мясо, и на дисплее будет отображаться температура. Вы легко сможете определить, готово ли ваше блюдо или его еще необходимо отправить в духовку. Когда заданная температура будет достигнута, вы услышите звуковой сигнал. Измеряемый температурный диапазон составляет от 0 до 250 градусов. Изготовлен термометр из пластика и нержавеющей стали. Кружка-сито – чудесная емкость для просеивания муки. Каждая хозяйка знает, чтобы сделать пышное тесто, нужно перед добавлением муку обязательно просеять через сито. Оно насыщается кислородом, очищается от посторонних примесей и случайных предметов. Эта кружка поможет сделать вам все идеально. Она состоит из стального корпуса с двойным ситовым дном и ручки, внутри которой находится пружина из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь характеризуется гигиенической поверхностью, не влияет на вкусовые и цветовые качества пищи, легко и быстро чистится. Благодаря ручке-рычагу вы с легкостью просеете муку, без лишней тряски и распыления муки. Просто насыпаете муку в чашку, нажимаете на рычаг, и мука сыпется в емкость. А вот и конкурс. Приз 200 рублей на счет мобильного телефона или на WebMoney. Условия простейшие. Это подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, что вам понравилось в сегодняшней подборке и что пригодится на вашей кухне. Также, если вы нашли какой-то очень интересный и полезный товар, то оставляйте ссылку на него в комментариях, и я включу его в одну из своих подборок. Мне важен ваш опыт и мнение, и я буду очень благодарен. Спасибо всем, кто ставит лайки. Хорошего вам настроения и всем пока-пока!